11 сильнейших участников, прошедших жесткий отбор. Они в течение 2 месяцев будут сражаться за звание нашего голоса. Смотрите каждый день на 5-м канале «Арис». Телепроект «Наш голос». Больше месяца наши участники боролись за звание лучшего голоса нашего телепроекта. И вот она кульминация – гала-концерт, на котором и станет известно имя победителя. На сцену выходят наши участники – 10 вокалистов, и лишь один получит гран-при. Это все впереди, а сейчас конкурсантам предстоит показать то, чему они научились на проекте. Ведь гала-концерт – это всегда самые лучшие номера и неожиданные дуэты. Ирина Рафикова с самого начала проекта полюбилась зрителям и жюри. На отчетных концертах она практически всегда набирала максимальное количество баллов. Жизнерадостная и непредсказуемая. Это про Эльвину. Проект был вообще замечательным. Кстати, спасибо вообще организаторам проекта. Это, я не знаю, это нечто. Я получила массу удовольствия, массу эмоций. Ну, было все на самом деле, ну, круто. Как и обещали организаторы, не обошлось без сюрпризов. Попробовать себя в роли Потапа и Насти решили Владислав Черноус и Лейсан Валиуллина. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас за пара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас за пара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Для меня в первую очередь это интересно. Как бы мне очень самому понравилось. Я приобрел новых друзей, чему-то научился новому. В основном проект супер. Проект был очень интересным, мне все очень понравилось. Мне понравились руководители, организаторы, мне понравились участники. Мне понравились... Все, в общем, понравилось. Еще одна наша участница – Светлана Муратбакиева. Ей удаются как лирические, так и веселые, зажигательные песни. Она всегда на позитиве, улыбка не сходит с ее лица. Как говорит Светлана, если еще раз представится возможность, она обязательно примет участие в нашем голосе. Никогда это бросать не буду, это мое хобби. Этим я люблю заниматься, занимаюсь с детства, поэтому буду стараться, буду заниматься. На гала-концерт наши исполнители подготовили кто по 2, а кто и по 3 номера. Песни известны практически каждому. Композиция «В горле тесно» в начале 2000-х звучала на радио «Арис» практически каждый час. И поэтому, когда на сцену вышла Мария Бобрик, зал и кулисы хором подпевали наши вокалистки. Прячу свои глаза, улыбка с лица куда-то пропала, с ресниц упала слеза, единственную любовь потеряла. Вижу его в другой, делаю вид, что все забыла. Что же творится со мной? Да я забуду о том, что было. В горле тесно, так нечестно. С тобой просто друзья. Хорошо нам было вместе.
проект был вот таким. Очень много позитива, много новых друзей. И вообще очень-очень большой опыт. И вообще-вообще клево все. За время проекта у наших конкурсантов появилось много поклонников. Это касается и творчества Владислава Чукина. Конечно, были и трудности, и волнения, но с уверенностью можно сказать, что своего зрителя он нашел. То ли на радость, то ли на беду, ты знаешь, что я тебя одну люблю. Ты знаешь, что я тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя, лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя, лишь для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Для меня проект был очень, так скажем, сложным. Я, в принципе, когда начал выступать, когда пришел на первый концерт, мне было очень тяжело. Я очень сильно волновался, а вот сейчас я почувствовал то, что все это прошло более-менее как бы уравнялось. В общем, чувствую себя замечательно на сцене. Каждая ее песня – это небольшое шоу. Костюмы, реквизит, потанцовка в сочетании с мощным и неповторимым голосом делают выступления Анны Подрядовой фееричными и зажигательными. Я получила столько эмоций, столько энергии. И, знаете, наверное, этот проект единственный, который помог мне выйти из зоны комфорта для того, чтобы поработать немножко, реально поработать. И очень жаль, конечно, он заканчивается, потому что я настолько привыкла сюда ездить, я настолько полюбила этот город, всех участников, всех тех, кто вообще придумал это все. И я думаю, что все те участники, которые будут на будущее участвовать, они получат такой же позитив, в принципе, как получила и я. Огромный просто, огромный, настоящий. Нашим конкурсантам предстояло пройти сложный путь. Сначала кастинг, затем работа с педагогами, психологами, постоянные репетиции и концерты. Непростым проект был и для Эллы Фадеровой. До появления на конкурсе она профессионально вокалом не занималась. Но, несмотря на все сложности, Элла выстояла и получила бесценный опыт. Еще раз напоминаю, не простите, разом трехэтажный замок, кольца, серьги и меха. А главное, заклинаю, не знакомьте сразу со своею мамой, не спугните жениха. Проект для меня был, наверное, можно сказать, тяжелым в плане того, что я как бы профессионально этим занимаюсь, только вот поэтому. Но я очень рада, что я попала сюда, потому что мне довелось поработать с педагогами, заниматься, поработать над ошибками там, какими. Ну, в принципе,
в общих словах, все понравилось. Все замечательно. Еще один представитель мужской половины проекта – Александр Беляев. К каждому выступлению подходил серьезно. Перед выходом на сцену всегда собран и сосредоточен. Возможно, в этом и есть секрет его успеха на проекте. Можно петь все вместе эти прекрасные добрые слова. Ты самый лучший день захотел вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, бой. Самый лучший день захотел вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Сегодня у нас практически заканчивается телепроект, но сегодня мы поем, я так думаю, самые лучшие, достойные и добрые песни. Хотел бы сказать большое огромное организаторам, может быть, даже организации. Все было супер, мы выложились на 100%. Спасибо всем большое. На концерте Ольга Седова поразила всех. Она с легкостью исполняла как популярные песни ее любимой группы «Мираж», так и оперные партии. А может, это просто «Мираж»? Очень понравилось. Спасибо педагогам вокальным, что у меня улучшились вокальные данные, что у меня как бы меньше стало страха перед выходом на сцену. Концертная программа окончена. Участники выходят на сцену. В руках у руководителя проекта Марины Пауковой диплом с именем победителя. Анна Подрядова. Ты большая-большая умничка, яркая, ты настоящая звезда. Поэтому мы вручаем тебе вот это гран-при. Диплом за первое место получает Ильина Рафикова. Второе место у Марии Бобрик. Третье место на проекте завоевал Александр Беляев. В течение проекта проводилось СМС-голосование, и победителем в номинации «Зрительские симпатии» стала Ольга Седова. Если солнце на ладони, если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя смеется полночь, и звезда спешит на помощь. Возвращая в дом к тебе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройдены. Сияющий на свет. Пусть и
«Голос» со своими наставниками и преподавателями. Спасибо большое еще раз всем, дорогие друзья. До новых встреч. Всего-всего вам самого наилучшего.